Всем привет! Это канал Вилислава & Ко. Кстати, у моей сестрички тоже есть канал Сияна Лайфстайл. Обязательно подпишитесь. И сегодня у нас будет интересный челлендж. Вызов принят. Я приняла вызов от канала Cool Girls. Мы с Леной друг другу прислали 5 заданий. Давайте послушаем первое задание от Лены. Первое задание – сделайте макияж, но необычный. Канцелярия вам в помощь. Например, это могут быть карандаши, либо же гуашь. Ну что, давайте приступим к выполнению первого задания. Мы используем акварель. Я боюсь, гуашь не отмоется потом. Брови, причешем. Вот такой у нас макияж. Я справилась с заданием. Теперь второе задание. А второе задание – сделайте общую йогу-позу, что-то типа пирамидки, чтобы участвовали все члены вашей семьи, и Велислава, и Всемир, и Сияна, и папа, и мама. А теперь сделаем второе задание. Да! Bum 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 b
третье задание? А третье задание – сделайте домик из фруктов и овощей. Проявите свою фантазию. Третье задание – сделаем один общий домик. Морковный. Да! Ну что, давайте приступим. Надо сначала почистить и нарезать на бруски. Будет домик из бруса. Да. Как у бабки Ёшки на курьих ножках. И с этой бабкой бабка-ножка. Бабка-ножка. Так, ну что, мы нарезали на пластиночки. Сейчас крыса немножко, да? Попробуем сделать домик. Тут будет крыша. Какая острая-острая. Итак, мы обрезаем лишнее. Мишечек. Нет. Палочки, протыкалочки нам понадобятся. Ну, сразу давайте вырежем окошко, да? Угу. Да. Тоже какое-нибудь стрёжное. Стрёжное окошечко будет. Окошко. Так, подожди, вырежем дверь. Дверь нужна. Это будет дверь? Нет. Почему только тебе все? Держите. Тут убери. Держи. Мама. Мася. Ну, девчонки, вы нам загадали, конечно. Последний, да, последний. Не проткни мне руку, смотри. Нет, своими палочками протыкалочку. Все? Все, в домике с куколками играть. Да? Можно пальчиками играть. Все? Ну, спасибо, что помогаешь нам. Семир. Да, на голову. Бабка Юшка на курьих ножках. Огнёдя! Видим. Идем, держите. Классное. А еще такие, они еще. Не проткните мне пальцы, пожалуйста. Держи. Я боюсь, тетя. Ее домика. Этого домика? Остался последний штрих. Нужно будет. Подожди, трубу мы не сделали, посмотри. Держи. Ну все, а теперь точно готов. Ужас, готов. Кнопка покрути, покажи нам. Дверца. Дверцы и окошки. Красный. И труба. Ну что, мы справились? Да. Да. Справились. Девчонки, Кугелс, это домик для вас. Теперь мне его съесть. Теперь будете его есть? Ну подождите, пусть хоть пофоткаемся с ним немножко, да? Давайте его съедим. Так жалко, он не шоколадный. Ой, надо в следующий раз из шоколада отлить домик, да? Да. Точно. Ну, вы пока доедайте, мы будем готовиться к выполнению следующего задания. Да. Приятного аппетита! Спасибо! Четвертое задание. Четвертое задание. Попытайтесь повторить вот эти звуки. И попытайтесь угадать, какими предметами мы их делали. Теперь сделаем четвертое задание. Попытаемся повторить звуки. То, что мы делали, скорее всего, делали и вы.
И, наконец, пятое задание. А пятое задание – сделайте семейное фото, но необычное. Такое, какое бы просто так человек не сделал. Ну, теперь будем делать необычное семейное фото. Задание мы сделали. Ребята, кто хочет бросить нам вызов, пишите нам. Нам так понравилось. Это понравилось. Не забудьте подписаться. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Вильслава энд Ко. Пока-пока.